Смотрите, импостер. Где? А вон он, по ту сторону экрана. Если хочешь доказать, что ты не импостер, то поставь лайк за 3 секунды. Бибоп, я бойфренд. Я на корабле Амунгасиков. Это я, если чё, Найсик. Ставь лайк, если ты бро, а с тобой Найсик, бро. Короче, знаешь чё? Я бойфренд, да-да-да. И мне сейчас надо будет попасть в ФНФ с помощью того, что я бойфренд и на корабле Амунгасиков. Я не знаю, что будет, но... Похоже, будет новый батл. Давно не было ФНФшки, и вот, похоже, начинается. Чё, посмотрим, чё там происходит. Кого-то вроде бы убили. Так, что у нас тут... О, ноу! Всё-таки реально кого-то замочили. И меня сразу хотят наругать. Ну, конечно, фиолетовый. Конечно, я убил. Я сам пришел. Ну, пипец. По поднос. И чё? А чё у него это... Амунгасик, который с костяшкой, он чё так двигается-то? Он живой, походу? Или что? Кстати, 3 амунгасика уже заподозрили меня тоже. Все думают, что это я. Он доказывает, что я нифига не чинил, походу. И думает, что это я всё-таки. Нормально, а? Чё ещё тут интересно? А, там ещё синий справа, около бойфренда. Они же оба синие. А, там ещё и розовая. Прикольно. А они же видели, что это не я, доказывайте, блин. А, может, они на моей стороне? А левые, они на стороне того, что я импостер. Ой. Давно я в амунгасиков, ой, в ФНФ не играл. В амунгасиков я вообще почти не играл. Оп. Уф, ладно. Что мы видим вообще еще здесь? Это The Scale вроде. Ну да, это The Scale карта. Самая обычная. Так, еще что? Блин, а что у него блокнотики? У него там какие-то крестики. Походу реально то, что я и подумал, то, что задание не выполнено. А скоро конец? Ой, блин! А как я так плохо нажимаю? Я же умею играть. О, хотя бы как-то. Блин, мне так нравится рупор в амунгасике. Он такой миленький. А чем миленький? Ну, прикольно, блин, короче. Вот, вообще нарисовано все такое. Этим ФНФ привлекает. У него все так красочно вообще. Ну и моды, естественно. Это мод. Оп-оп-оп-оп-оп. Интересно, что дальше будет? Это же целая история, походу, с этим трупиком. Emergency meeting. О, голосование сейчас будет. Или это конец? Ну, вроде вот он только нажал кнопку. Получается, только начало. Что дальше? Мы за столом! Это офигенно. То есть мы здесь батлим против крюмейтов. Мы доказываем им, типа, это не мы. О, я понял. Посыл такой. У нас вон они все амунгасики. Кстати, серый, это, походу, белый. Ну, вот этот, который в середине. Внизу, в середине. А я с girlfriend сижу. Она же видела, что это не я. Доказывает, да, помогай мне, блин. Жалко, она тоже не читает. Было прикольно, блин. Еще надо, чтобы бойфренд бомбил прям. А не вот так вот ухмылочку. Как будто реальный импостер, знаешь, с таким лицом. И как-то сложно становится, хотя это нормал. Ну ладно, я пока что тяну, представляешь? Главное, хотя бы примерно правильно нажимать, и будет все нормасик. Ну, кстати, он не изменился. Фиолетовый он все так же. Вот эту фигню достается, блокнотик и также... группа фигарит. Ой! А чё у меня ХП тратится? Ну как? Я не пойму. Эти... Почему там тусклые стрелочки появляются? Ничего. Какие-то... Не нажимать их, что ли? Тут там так много кнопок, что я не знаю. Я, конечно, понял то, что надо пропускать вот эти вот желтенькие, такие тусклые стрелочки. Но как это делать-то просто так? О! Поперло, что ли? Я вообще их не различаю! Ну вот меня сейчас сольет. Ну что это? Это невозможно! Что это? Я просто не понимаю, как мне... Там они настолько тусклые, что и даже непонятно, вот, как
не пропускать. Как их пропускать, точнее. Ладно, идем к следующему уровню. Плевать, там все равно чуть-чуть до конца было. Так, что у нас тут? Надеюсь, тут не будет этого ужаса, этих стрелочек. Хотя по-любому будут, и я тут сольюсь. Смотри, смотри, чини должен. Чини! Так, молодец. Мне бы тоже починить. Может, я тоже чем-то займусь, или я просто буду читать против себя рэпчик? Когда ты чинишь Wi-Fi нам. Ой! Вы офигели? А чё так? Ну ладно. Показалось, что капец сложно. А в принципе, пока что... Ну вот первую часть я зачитал нормально. Следующую... Ну снова эти стрелочки плохие, они ядовитые. Я понял. Их нельзя. Как на них не нажимать на такой скорости? Я просто не понимаю, я же вообще не могу это контролировать. Что? Они еще и не выделяются, как у Трики хотя бы. Их не так много. Что? Я буду возмущаться всю игру просто с таким ужасом. Если я сейчас сольюсь на яде, я просто не знаю, я психану. Ну пожалуйста, дай бог мне выиграть, а? Начинается. Ну я нажал на яд! Нет, все, меня сливает. Ну все, это, я не знаю, это вообще Unreal. Это просто невозможно. Мой мозг не может такое понять. Это... Там каждую стрелочку яд. Как это выиграть? Ух, ладно, продолжаем. Что там дальше? Это, в принципе... О, одни ядовитые, давай. Можешь мне вообще все пропускать просто? Один с калашом, другой... Какой голос у бойфренда забавный? Ну ладно, тут просто спамить можно, и все нормально. У них только стрелочки какие-то странные. Так, значит, а мой... У красного... У красного ядовитые стрелочки, а у зеленого простые. Ой, слушай, а музычка-то какую-то мелодию напоминает. О! Чё-то реально напоминает, но не могу понять, что. Блин. Ух. Ну что, дальше? Амонгасики, быстро спать! Чё вы тут устроили, один? У меня на меня что, два импостера набросились? Я чё-то не понял. Это же Писи Крюмей. Ух, принцип... Помогите! А кто мне поможет? Здесь одни импостеры. Хотя, герфренд, помогай. Лично меня двое сразу ополчились. Ну ладно, я так поддерживаю тем, что качается под мой биточек. Под мой рэпчик. Хотя и под их качается. И тут непонятно. А где яд? Походу и так быстро, и решили яду сюда не пихать. Ну и слава богу. Ух. Ну что, дальше? Смотри, а у импостера-то это, у красного. Он же запалился, походу. А чё они сейчас... А, подожди. Зеленый может быть, защищает красного? Вполне возможно. Покрывает, так сказать, убийцу. Фигарим, как на пианино! Ух. Пока живут. Давай еще. Осталось чуть-чуть. Я вот чувствую. Хотя бы это победил. Ну-ка, чего было? И он спрятал нож за спиной. Ах ты, гадина. И последнее, это Монгус. Амогус, что ли? Только Монгус. Это какой-то новый вид Амогуса. Смотри, какой-то он беленький, такой же, как Амогус. И немножко похож. Динер Боннер или что там? Динер Бон. Да, это амонгасикская песня. Он мне Шеги напоминает чем-то. Мод на Шеги, знаешь ли ты? Где 9 кнопок еще? Фига он фигарит. Кстати, здесь все собрались. А красные и зеленые, они не импостеры все-таки или что?
Там же красный вроде завалил фиолетового. А чё этот Монгус вообще делает здесь? Монгус. Зачем он пришёл? Ничего не пойму. Наверное, мне не суждено, потому что я не в стори мод играю. Хотя я чекал, там вроде не должно ничего быть. Вот так все и делается. Без всяких сценок, короче, после раундов. Все, конец? А, не. Может здесь уже красный сделает погром? Хотелось бы увидеть, как импостер всех просто здесь уничтожит. А потом я его ач! И я в космос выкидываю. Ой, как медленно. Не могу я так. Блин, ну хватит уже одно и то же. Я уже хочу что-нибудь новое. Еще раз. Может, это бесконечный раунд? Ну все, последний. Нет? То же самое. Все? Так, смотрим, смотри, туториал так. Вот первый раунд, второй раунд, третий раунд, четвертый, пятый. Надо сейчас это. Я смотрел в файлах. В Вентиде красный там вроде убил фиолетового. Сейчас, короче, посмотрим. Ну что ж, начинаем оценочку. А, вот этот раунд, который я не смог пройти за столом. Girlfriend сидит, boyfriend сидит с микрофоном. Сейчас будет пояснение. А, интересно, вот это бот проходит. Вот сейчас увидишь, как насколько жестко он вообще нажимает. Бот все-таки это или человек? Вот у меня такое подозрение, что человек. Ой, бот. Ну это бот, все сик. Ну это надо целый, блин, я не знаю, 1000 лет заучивать, чтобы вот так идеально прожимать. Либо это супер задрот. Короче, не верю я, что это не бот. Это 100% бот. Идеально прожатие, все на сик. Конечно, сик. Вот бы так же вообще вот уметь, как бот прям. Так. 98 аккурасите постоянно. Ну, 97-98 варьируется в таких вот пределах. Жалко, здесь всяких пасхалок не сделали. Чтобы там амунгасики такие тебе показывали фак или типа того. Короче, недовольство свое. Кстати, смотри, когда у тебя полосочка влево идет, то есть бойфренд зажимает импостера, ну или крюмейта, мы же против крюмейта здесь. Так что сжимает крюмейта. Крюмейт внизу в миниатюре такой. Видишь, да, у полосочки? Так сомневаться начинаю, типа, а может, не импостер? Вот такое у меня подозрение. Типа, это вот так вот продумали. Смотри, кстати, ядовитые стрелочки посветлее у этого бота. Ну, конечно, блин. Идеально, идеально. Смотри, все стрелочки подсвечены. Ну и что же я вижу? Почти уже конец получается. А, нет, еще где-то 30 секундочка осталось, да? И 106 скор уже тысяч. Стэн поднимается. Ну, конечно, супер быстро очки идут. ХПшка, ну, прям совсем по чуть-чуть отнимается. Если нажимать злые стрелочки, то вообще пофиг. А вот вместе, в компиляции, вот, ядовитой стрелочки нажатой и вот этой вот хпшки, которая просто там отнимается стабильно, то это вообще пипец. То есть ты вообще как выживешь? Я понимаю, почему я проигрывал. Такое вытерпеть невозможно. Особенно, когда у тебя еще и тусклые стрелочки. И все, победа. И вот у тебя еще пол хп забирается. То есть ты в любом случае должен был побеждать полностью. А теперь вот этот сам раунд, где я не понял, есть ли импостер... красный импостер или нет, потому что я не прошел. Но в файлах игры, в файлах мода вот этого вот, Friday Night Funkin', я увидел то, что там что-то, какая-то анимация с импостером красным есть, что он нож типа достал, и мертвый потом будет фиолетовенький. Амунгасик. Отправили его спать, так сказать. Могилу. А ведь Амунгасик просто хотел починить провода. В ритм музычки. Но ему не дал какой-то там красный импостер-вонючка. Злюка.
Здесь тоже вот ядовитые стрелочки, их тоже тонны просто. Ну, блин, вот знаешь, когда особенно смотришь, вот как проходится, да? Кажется, как будто, блин, так легко вообще любой справится. А может и не кажется. Но мне вот порой бывает, что я смотрю, пересматриваю, как я играю в ФНП, и думаю, блин, да это же супер изи, как он вообще может это не пройти? Вот такая у меня мысль. Так. Сколько там уже... 85%. Ну, блин, вот как будто человек реально играет, но как? Как? Не может человек за... моду только вот сколько? 3 дня, блин? И уже настолько профи, да ну? По-любому бот. Просто несовершенный бот. Блин. Или не может быть такого задрота, но не представляю. 3 часа просто сидел и задротил. Прям настолько профи, что это за 3 часа даже вот смог наизусть все вот так вот фигарить. Ну, практически наизусть. Ух, снова 105 тысяч очков. Ну, конечно, мне не такие очки никогда не видеть вообще. И все, почти конец. А где красный импостер? В смысле? Будет красный импостер или нет? Я понял. Ща, там будет видосик все-таки. Сейчас увидим. А я думаю, не будет. Вот я глупенький. Ну ладно, тут один только такой видосик. Уже 100 лет там ничего не было. Вот, появился! Нет! Бедный мугасик. Ну ладно, его отправили все-таки спать. И теперь бойфренд зачем-то приблизился сильно. Странно. Это к чему вообще? И... смена локации, так сказать. Ну, смена всего лишь чувачка. То есть импостер встал там на пост. Во-во-во. Ну ладно, все, думаю, дальше не надо продолжать. Потому что против него я вроде как батлил или нет? Стоп, я против него не батлил. Да, я до него не успел. Я потом уже начал с зелененьким и красненьким батлить. Ну, тогда дальше смотрим. То есть здесь реально... Это, считай, длинный раунд, как будто трики. Там сколько? 260 тысяч очков можно набрать? Ну, на третьей фазе. Я просто не помню. Или еще больше. Но тут уже 207, как видишь, тысяч. И еще там раунд не скоро закончится. Целых 50 секунд где-то осталось. Так, 75%. На бэшку прошло. А импостер-то фигарит все больше и больше и больше. А помнишь это, все виды амунгасиков ФНП тоже я проходил. Там импостеры были, куча импостеров. Вот тут похожая тема. Только там более прикольно было, на самом деле. Там красный импостер, самый первый. Я еще очень давно видел его. А потом вышел уже третья часть мода. Ну, третья версия, имеется в виду. И там уже прям летающий импостер. Черный импостер, мой любимый. Которого одну кнопку промажешь, и все, и пипец, ты проиграл. Вот так вот. Такие пирожки. Ну, здесь тоже вот, на самом деле, на яд нажмешь, и все, ГГ. Кстати, я не заметил, а хпшки отнимаются? Когда... А, вот, отнимаются, да. Притом он не нажимает на стрелочки, ботик. Но хпшка, да, чуть-чуть отнимается. Но все восполняется за счет того, что прожимается хорошо. Ну все, 69%. Уф, Бибоп, наконец-то мы справились со всей этой фигней амунгасовской. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. Надеюсь, тебе понравился этот видос. Поставь лайкусик и, конечно же, не теряй!